на первую серию XO Team Reality Show второй сезон. Да, ребята, добро пожаловать снова на мой канал. Я думаю, вы соскучились по таким видосикам. И по мне, конечно же. Ну, конечно же. Что говорить? Первая серия XO Studios, погнали! В этом сезоне я понял, что играю важную роль в жизни многих людей. На самом деле, я помню, когда мы снимали реалити, Тим сказал, что он ничего не будет нам рассказывать, что он говорит на фонах, что он говорит да. тебе, какая у вас история. Он никому ничего не рассказывал. И я до сих пор не знаю, что там у него такая за роль, что он там творит. Я вообще не знаю. Я вот знаю только, что с тобой происходило, потому что мы жили вместе. А так, что происходило с другими ребятами, я вообще... Тоже вообще без понятия. В этом сезоне я нашел свою любовь. Какую любовь он нашел? Боже. Я поняла. Боже. Мне стало больно. Это ж пи***. Понимаешь, нас никто сейчас не понимает, типа. Просто знаете, что это помнит. Это я потеряла друга. Заплаканная рожа. Ты мой друг, а вдруг. Володя показывает, я только что заметила, Володя показывает вот так, а там мое кольцо. А я его искал сначала. А так он сидит, показывает. Ниф-ниф. Всем привет, я Настя Бэтбарби, и я новая участница XO Team. И нас позвали выступить в Сочи с сольным концертом. И мы решили задержаться, потусить недельку и заодно снять для вас сезон. Я останусь как раньше. Деньги, сучки, тачки. Бать, мы просто бухие тут какие-то. Наркоманы, алкаши. Деньги, сучки. Его ремикс номинирован на ежегодную премию Грэмми. Это вот тот самый вечер, когда произошел полный все нашли для всех. И все сказали все, что это они просто хотели. Я не хочу смотреть это. И видим Германа и Тима в таких гавайских штуках. Поздравляем тебя с твоими, блин, первыми фанами. Добро пожаловать во второй сезон XO Team Reality. Ты у нас новенький участник. Я хотела, я добилась. Вот она. Не, на самом деле, я такой счастливой тогда была. Я просто приезжаю, и у меня было столько вот каких-то грандиозных намерений, каких-то, ну вот прям... Честно, вот я когда смотрела первый сезон, я прям 100% была уверена, что это... Постанова? Да. Так у нас второй тоже постанова. Они сосали с Пашей Лимовым? Втроем! У тебя тоже был? А может быть с Роули? А с Роули? Да, кстати, с Пашей Лимовым не очень. Да, Паша Лим, он какой-то... Паша Лим, да, Паша Лим зажимает губы как-то. Да, это вообще неприятно. Блин, ну это жестко. Ну, мне кажется, Гера, кстати, удалит этот момент. Ну, мы с Пашей дружим, но... Блин, я всегда, когда вижу Пашеньку, блин, ну, так, он хороший такой. Не знаю, как целуется Паша, но человек он хороший. Да. Бизин тоже так делает. Сука! И я целовалась с Пашей Лимом. И я тоже целовалась с Пашей Лимом. Мне не понравилось. Ева, сколько у тебя секс-игрушек? Да хуй так. Мне очень стрёмно. Зачем мне сказали, что они целовались с ним? Ну, не знаю. И мне не то чтобы стрёмно, я, знаешь, типа, как-то растеряна, типа. Типа, как будто лишняя, да, информация? Ну, да. Типа, это ваша личная жизнь. Ребят! У меня есть розовые пушистые наручники. Которые сейчас у меня. Сейчас все подписчики Евы просто... Они такие... Я думала, она любит единорожка. Которая цепляется на кровать, типа. А, какая? Я типа, она нашел, под матрас, да. И ты, типа, руки и ноги цепляешь. И ты... Типа, в моменте, когда мы там, мы забываем реально про камеры и просто рассказываем это. Да. Но я сейчас смотрю, и я бы, типа, вот сейчас бы, вот здесь бы не стала бы никогда рассказывать про там, какие у меня секс-игрушки, знаешь, условно, дома. А когда ты в моменте, в Сочи, реалити, ты реально забываешь там просто забухали, про камеры. Боже мой. Сколько Лонг-Айлендов там выпили, господи. То есть мы 18 числа будем сидеть в кинотеатре при наших друзьях. Ева Миллер, про
просто кинотеатр на своем сиденье. Что дальше будет? Я тоже! Говорила, сколько всего! Когда будет диалог с наш... Стой, тихо. Герман за тобой ухаживает, ты чувствуешь, что он это делает искренне? Ты просто говорила в прошлом сезоне, что он многое делает для шоу. Что ты сейчас чувствуешь? Я не знаю. Я бы на ее месте уже простила. 100%. Никто не видел, но он подошел ко мне, шепнул на ухо: доверься мне. Потом он ко мне еще раз подходит. Ну вот эта ситуация, она очень странная, как будто он насильно хотел ее засосать, и это выглядело, как будто человек просто, ну вот давай, сопротивляйся. Это ужасно. И он уже типа меня как будто бы целует, я такая просто: зачем? То зачем, правда? Я тоже не знаю, зачем. Слушай, может, в его голове это было настолько, типа, знаешь, романтично, на сцене поцеловаться. Ева сама знает. Ну, то есть многие пишут, там, осуждают ее, что она со мной опять общается. Но вы же не знаете, что происходит там вне камер последние, там, 9 месяцев. У меня, может, и ребенок родится за 9 месяцев. Шучу. Не зашла. Это Гера. И так всегда. Гера, запятая. Самый лучший секс у тебя был с... 4 точки. Опа. 3. Да, 3 точки. Тут 4, ребят. Гера, ты можешь выйти? Ты тут такая красивая, обалдеть. Мне вообще не нравится, кстати. Мне нравится. Кто из сидящих за столом лицемер? И как они смонтировали? Я записывал и говорю: боже, ой, боже. Я говорю: господи, ой, господи. Какие же классные ребята, XO-Team. У меня прям, знаете, пробило на эмоции. Что-то внутри хотелось так вам выразить благодарность. Но я это не выложил, потому что я там, ну, чуть ли не слезы даже до этого, вот. Да, мой папа приехал, короче. Я не знал, я, значит, сижу за кулисами, поворачиваю голову. Идеальный такой папа. Да. Честно, мне хочется плакать. Вот кто-то из родных приехал вообще в другой город. Мне кажется, мой папа на это не способен. Да. А что так грубо? Нахуй ты так разговариваешь? Потому что Маша сидела. Да что вы? Да, меня ебёт. Кстати, мы сидели с тобой вообще в другом углу. Да, и да, да. Не оказывается, вот я это, вообще знаешь, это первый раз вижу. А мы с тобой тогда просто... Да, да, да. Да. Мы никогда больше не вернемся в это место. Потому что у этого моря, берега, кажется, плакали все. Это, если честно, мне страшно вспоминать тот день. Когда я вспоминаю, мне становится прям очень сильно. Мне тоже, кстати, очень. Это... Я хотела бы, чтобы это даже не вставляли. А на самом деле это же все из-за алкоголя. Ну, лично у меня, да. У меня тоже. Бухать просто, ну, если что. Мы узнали друг друга. И вот когда ты ощущаешь, что уже человек родной, и он начинает проявлять в тебе какую-то симпатию, ты такой: блин, как это круто. Это получается все, ну, так, походу, реально так все здорово. И тут на сцене что происходит, когда ты поешь? Я тогда так офигела, я была просто, я такая: что происходит? А меня же не было еще с вами сколько. Я только приезжаю, вот только-только, и хочу выйти и поддержать на сцену. И вижу бум с букетом, я такая: что? Ну, типа, это, конечно, все здорово, друзья, все дела, но друзья такое обычно не делают. Ты мой друг, а вдруг? Мы просто перепутали. Такого не делал в жизни для меня. Это пиздец. Понимаю, что никогда в жизни у меня такого не было. Никогда. Это настолько романтично и круто. Ну, это типа, я думала, что такое может быть реально только в сериалах. Только в кино, да. Да, кино. Я прям растерялась, я забыла слова. Я такая: боже, что делать, чтобы петь? Я решил поддержать Настю в Бэт Барби, потому что мы больше всего с ней дружим. Дружим? Да, дружим. Боже мой, это звоночек о том, что ему не пофиг на меня.
Да ладно? Просто что-то у нас с Настей что-то непонятное, реально. Я хотела пойти и поблагодарить моего любимого Данечку. Со мной пошла Чана. Мы идем, разговариваем с ней. Никто никогда так не делал, понимаешь? Я такая... Я этих шлюхами назвала. Выложил историю, говорю, девочки. Шлюхами я назвала. Ключ, чтобы я тебя поблагодарила за цветы. Тим? Типа благодаря за цветы с камерами, с Чаной. Я с такими благополучными эмоциями заходила в эту комнату, думаю, сейчас я его обниму, почувствую это тепло, блин. Я так была счастлива. Такая влюбленная тварь. Фина меня встречает. У меня трясутся руки. Если честно, мне на тот момент стало очень смешно после того, как ты назвала их шлюхами. Я просто понимаю, что мне нужно сейчас поддерживать Настю, но у меня типа смех еще такой. Я такая, так. А мне было истерически смешно, типа еще, ну, как бы на протяжении моей жизни, там, вот после моих первых отношений всегда какая-то у меня происходит, вот, всегда. И я уже, ну, такая, опять, спасибо, жизнь, спасибо большое, снова. Я начинаю орать, просто не в себя. Почему вы зашли без стука, сука? Я не понимаю! Она там угорает вообще. Ты можешь не рыдать. Ты можешь не рыдать. Просто... Дезориентировал ребят. Ты угораешь. Ну, потому что мне было так смешно вообще. Я же не конфликтный человек. И вот такие ситуации для меня, типа, я не понимаю, это реально или что? Просто зашли в комнату. А ты вообще куда лезешь? А я не знаю, вообще. Так же, как и ты. Да, позвал подругу. А вот нахрена ты еще его, типа? Мы убирались. Я не знаю, у меня не один. Я сейчас вообще не понимаю, что я говорю. Ну, просто первое выступление, мне захотелось подарить эти... У меня был истерический смех, потому что ты видишь вот эту картину, и тут ты вспоминаешь, что тебе Алиша говорила, «Оу, у кого-то будет секс сегодня, за***ись, видимо, не у меня». Ну, понятно. На самом деле, я очень сильно переживаю за своих ребят, и я бы не хотел, чтобы вы остались там, а всегда были здесь, передо мной, и чтобы всегда у вас все было супер. Степа хороший. Но страх потерять популярность, конечно, присутствует. Просто надо осознать и делать все, чтобы это предотвратить. Хочется вторую серию смотреть. Ну что, как тебе первая серия? Страшно как-то, вообще страшно. Страшно, да? Я не хочу даже смотреть это следующие просто... серии. Для меня это очень необычно, потому что настолько сильно я никогда не открывалась зрителю и никогда столько всего не рассказывала из своей жизни. И это правда страшно, типа, о тебе знают все. Особенно этот сезон, он... Типа, ребята, он реально очень жесткий какой-то вышел. Я думаю, и для Насти, и для меня. И есть такие моменты, ты смотришь, и ты думаешь, господи, вот не хочется, чтобы вот через минуту появился на экране, типа, твой условный разговор с этим человеком каким-то определенным. Но я надеюсь, что вам понравилась первая серия. Конечно же, подписывайтесь на наш канал. Я рада, что мы это все пережили. Типа, это все в прошлом уже. Слава богу, да. Это... Главное, чтобы не пересматривать это и не загоняться. Да. Все постанова. Я просто пытаюсь не закончить очень грустно. Все нормально, там были веселые моменты. Я не помню. У нас, Настя, будет выходить еще очень-очень много реакций на канале, что на моем, что на ее. Поэтому подписывайтесь на Настюху, подписывайтесь на меня, делайте кнопочку красную, превращайте ее в серую. Вот эта заученная, знаете, фраза. Ставьте лайк. И с вами была я, Чандерленд и Бэд Барби. Пока. Пока.